Добрый день. А кто вы будете? Сидова Андрея. А? Сидова Андрея надо им найти технику. А вы его знаете? Ну, за свиньями приехали, он свиней стал. А что вы хотели у него? Свиней закупить. Он, по-моему, вот... Синяя оградка, курица заходит. Я еду впереди, вы за мной. Пожалуйста. К тебе приехали, свиней. Не знаю. Да мы не фотогеничные, Игнатий Тихонович. Ничего, ничего. А? Ничего. Тут все по-честному. Нет, вот у меня работал на бульдозер 15 дней. Мы каждый день, я ему отсчитываю, все заснято. 3 года и ни соринки. Поехали в другое место, 3 месяца не платят, и разговоров нету. А мы каждый день, когда заправка была, со скольки до сколько, минута в минуту. И они радостные, бросают всю работу, сюда едут. Да, к вам едут, да? А его кормят еще тут по конкурсу. А-а-а.
Понятно. Как вы сейчас откуда едете? Из Мамонтова. А, так вы с трассы сошли. Да. Понятно. Потом мы еще там подняли плотины. Да, через Корчино мы так, поехали. Потому что блудим постоянно, редко бываем. Мы сейчас сделали первый пруд, вода идет, и там все это камни, она идет как горной реке. Это где вот стан-то у вас был, там сделали? Да, за лагерем, да, дальше туда. А мы там был лагерь у вас? Нет, в прошлом году Роспотребнадзор нас растрепал всех. Я помню с 86-го года лагерь-то ваш, мы с Игониным ездили. 72-го? Нет, в смысле вот в 86-м году я первый раз тут у вас появился, мы с Игониным ездили сюда. Коня еще вам пригоняли потом. Помните, Изумруд-то у вас был здоровый. Может такой. Быть. Как его звать, коня-то? Не Воронок? Изумруд. А? Изумруд. Он такой был. Масть непонятная, здоровый такой конина. Все это говорили, что Изумруд, дети у вас с удовольствием ездили на нем. Да не снимайте, Игнатий Тихонович. Так. А потом он у вас на пол-то его привязывали. Да, его зажали. И он у вас на пол этот упал. И не упал, воткнули штырь в спину. Да, воткнули все-таки? Это на анализе я возил в уголовный розыск. Ага. И все, это только удар, сильный удар был в спину. Сверху штырь воткнутый вогнали. Ага. Он забежал, хрипит, а батюшка спрашивает, что ты, Изумруд. А глядит, а у него оттуда уже все. Ой. Ну, он такой, знаете, масть-то у него была как совраза, что-то такое непонятное. Ну, для нас он хорош был. Да, он вечно был толстый и ленивый. Мы на корове возили первое время, ничего же не было. Ну. А Изумруд, он для всех, и ребятишки, и в лагере на нем катались. И... Ну, это было, наверное, году 87-м или 88-м, вам пригоняли его сюда. Может быть, да. Что это. А мы еще перекрыли здесь все эти пруды, все подняли. Нам сильно победили бобры. Нашествие бобров, если бы кто их выгнал или переловил. Здесь? Бобры. Три пруда спустили нам. Да? Да, полностью. Так, Андрей, ну эти, наверное, не будут по 65 мяса, но не будут. Да? Да, это число сами, наверное. Конечно, 80. Поешьте, ребята, это 60 мяса. 60 килограмм. Ты записывай каждого. Я запишу. Будете каждого? Конечно. Это вес клетки и вот двух косточек. Так, обычно я даже посчитаю. Почем килограмм-то? Эти по 100. Живьем по 100. Легко считать. Здесь повредить этот конь. Неужели какие-то негодяи могли просто уничтожить? Да, там много что было. Ага. На улице никакого алюминия не оставь. Здесь у вас? Все, уже сколько ворот переловили, и голодный розыск, и с Шаршиной, и с Кадика. В прошлом году только два. По 300 литров горючего сливали тут. Вот. Ну это все у нас стоит. Кадниковские, Шаршинские. Увалду, да? А Владимир-то завязал с сельским хозяйством. Ну, на пенсию уже. Может, мне бы как вот туда выгонять, вот сюда? Да, вот. Да нет, сейчас, нет, сейчас, Андрей, наладится все. Нет, просто сейчас что? Просто. А вот строгий вопрос. А кто у вас дом здесь такой возводит? Ну, правда. Сюда. И там. Тоже там. Так, ты сегодня весь день занят? Нет, ну да, мы вчерашние дрова сейчас вывозить будем. Куда тебе их свалить? Я думал сам взять трактор и с вами поехать. Не, машину уже договорился. Мы едем, погрузим, к дому привезем. Где-то вот там, вот клен у меня возле клена там. С той стороны? За двором, да. Мы их там колем зимой. Хорошо. А здесь... Нет, 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 нет,
это не стоит. Я поехал тоже. Сейчас подойдет.
А тот, главное, расписку дал, отказался. Это я просто так, говорит, подпись пробовал. У Игоря Барабаша. 700 тысяч, так и не отдает. Ой, да мне тоже уже третий год не отдает. Нет, тайны никакой шести, в деньгах наверное. Нету. Нет, это... Так, ну вижу, у тебя не обкормлено. Процентик скинь. Вообще 3% с басом, да, желудочного. Да, я сегодня не кормил. Ну, просто 1% и все, на всякий случай. Процент. 800, 700, я же правильно считаю, да? Угу. Так, сейчас я себе перепишу. По количеству голов пересчитай, залезь, Сережа. А чё считать, куда? 66 минус 7%. Ошибки везде возможны, даже не без злого умысла. Я не ошибаюсь. Вообще никогда. Так, на 100. 85 750. Так, там на подписке.
75-750. Все верно. Посчитай сам, что на всякий случай. Ну, я 20. Хорошо у вас здесь. Залез, нет? А? Посчитай обязательно. Залез. Я тебе говорю, это очень важно. Вы расстанетесь по рукам и останетесь друзьями. Нет, ну я у вас тут постоянно. У нас счет идет, понимаете? Один раз только нечего считали, и такой обман один раз. А 50 с лишним раз считали и записывали. И поэтому каждый день отдаем деньги бельдозеристу, считаем. Начальник приехал, рассчитались, до свидания. И остались друзьями. У Плотникова Владимира Абрамовича. Это все. Это... Человеку честному ничего не надо скрывать, потому что темнота создает иллюзию правды, а на самом деле ее нет. Люди боятся сниматься, это нечестный человек. Чего ради буду бояться-то? Мы по всему миру ехали, нас везде снимали, и мы становились, а там, говорится... Нет, но есть люди публичные, а есть... Мы за горючее отдали 444 тысячи только в одной поездке-то, 500 000. Ну, нас обманули. И нигде не скрывали, нигде. У нас все заснято, почему так? И люди говорят, впервые видим такая открытость, и нас никто не обманывает. Они знают, мы честные христиане. Вот он сейчас посмотрел, все посчитал. Сходится? Да. Все? Ладно, по рукам. Давай. Вы обратно путем поедете здесь? Да. А, ну, через Корчино как-то не рискую. Никогда не надо бояться, это счет. У нас гречку тут приехал, КАМАЗами возили, и отказался, 700 тысяч накрыли. Гречку? Суд идет у Игоря Барбаша. Это мелочи жизни, 700 тысяч. У меня больше обманули. А он, главное, все, и расписку дал, все, отказался от всего. Съемки не было. А я, говорит, просто так на бумажке расписался, подпись свою проверил. И суд идет, сколько у него уже там? Такой у вас? Откуда такой? Откуда он? Не помню сейчас. По гречке? Ну... Небось, алтайская. КАМАЗами возили гречку. Не будет, это не игрушка, 700 тысяч. Я рассчитывался, потом решил не рассчитываться. А мы вот счет ведем, у нас никогда не задоринки нет. По рукам улыбнулись, до свидания, поехали. Счастливой вам поездки. Аналогично. Не забывайте к нам дорогу. Удачи. Если через Корчину будете ехать, там мы поставили, вон где идет это, высоковольтная линия, мы поставили там на Потеряевку. И все дороги выправили. Вот, а раньше не было. Так мы, нет, знаете, что делали? Сейчас есть. Привязывали на кустах, чтобы... Сейчас есть указатели. Кроме того, мы-то огромную дамбу возвели. Шлюзы, спускать воду. Рыбу развели у мальков. Там уже сейчас ловят карпы какие. Карпы развели. Ну, запускаем. С Богом. Давайте. И дороги сами делали. Вы знаете, какое дорогое удовольствие. Вот этот, поедете сейчас, щебень-то совсем еще. 232 тысячи только за щебень отдали. Это ужас. Сегодня дороги делать вообще невозможно. А нам государство ни рубля не помогало. И столбы ставили сами, и трансформаторные привезли. С Богом. Храни вас Господь. До свидания.